Ребзя, всем здорово. Новый выпуск «Бородатой еды», который я подготовил для вас, стартовал. Вот вы начали уже смотреть. А это значит то, что я сделал, очередной новый обзор. Это вообще прям какой-то мега праздник. А обзор на что? Как вы поняли из названия, обзор на «Танкобургер». У меня обзора на канале «Танкобургера» не было. Я смог его записать на другом канале еще ранее, давно-давно, кажется. И он, кстати говоря, неплохо собрал, потому что тогда это был прям вообще вау, фурор. Его прям гуглили, по-моему, все. Ну, как бы суть не в этом. Он появился уже, по-моему, в третий раз в Бургер Кинге в обновленном виде, в обновленном составе с 30 или там с 1 июня в продаже. Я такой думаю, ну надо затестить, надо. Все-таки я прям Бургер Кинг вообще one love. Бургер Кинг one love. На самом деле нет, но это не точно. Мне прошлый не очень понравился. Вообще мне еда из Бургер Кинга своеобразная такая. Но тем не менее я поехал, купил для вас. И меня ждал такой достаточно серьезный облом. Почему облом? Ну вот сейчас и расскажу. Облом обломский. Здесь, короче, у нас вся возня, кофтетосы, сырные медальоны взял, еще все просыпались, сырные медальоны, полный шлак, я попробовал одну штуку, и вот это танкобургер, «Победа в квадрате 2», совершенная прожарка. Пау, 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 пау. Как мне кажется, он стал меньше. Он стал квадратной формы. Форма немножко поменялась. Такой же черный цвет. И давайте, наверное, посмотрим поближе, подлетим, заценим вот этот вот World of Tanks танкобургер с совершенной прожаркой. Не знаю, ничего там совершенного, по-моему, нету, но попробуем полетать и посмотреть. Погнали. Не, ну выглядит, конечно, неплохо, сразу, в принципе, могу сказать. Такая булочка очень напоминает мне квадратные булочки из Вендис, если вы помните, такие раньше были. Такая контора раньше была в России, сейчас как бы ее не стало. Но тут вообще, ну, мешанина, конечно, жесткая. Конечно, вообще прям нереально. Что там? Котлетос, с другой стороны ничего нету. Понятно, что огурчики, зелень, соус, сок. Так. Да, в принципе, ну, два сыра. Я вижу два сыра расплавленных, четко расплавленных. Да и, в общем-то, все внутренности таковы. Блин, все, конечно, течет. Но вот вид, конечно, неплохо. Вид, конечно, неплохой. Но, по-моему, он стал реально меньше. Но по форме он реально уже напоминает больше танк. Возможно, в новых итерациях мы увидим совсем другие бургеры, которые будут уже и с дулом, с елдаком. Ну, давайте пробовать, раз уж мы посмотрели уже всю эту историю. Вот мне нравится, что здесь сыра много. Сыра реально много. Мне кажется, за счет этого он, в принципе, будет... Блин, ну прикольно смотрится все равно, но согласитесь. Ну, черненький бургер прям... У меня слюни текут уже реально. Хотя я сегодня немножко перекусил уже сухомяткой, в смысле не фастфудом. Если я буду фастфудом еще перекусывать и потом еще обзоры снимать, то я вообще сдохну, мне кажется, здесь же в машине. Симпатично смотрится, ничего не сказать. Вот прям Вендис напоминает, у меня слюни прям, я уже брызжу слюной. Ладно, ваше здоровье. Погнали. Да нет, вкусно. Реально вкусно и реально свежая булка. Булка прям как будто ее только-только испекли, еще слегка-слегка она отдает тестом, прям как будто, вот, не знаю, ну, вкусно, реально вкусно, соус не могу понять какой-то, по-моему, намешано во все кичинезе, фигезе и так далее, но это, да, реально вкусно, и это стоит попробовать, это стильно, утонченно, хорошая говядинка, как обычно, немножко остыл, немножко, но... Я могу сказать, что это, в принципе, реально пока вкусно. Пока мне все нравится. Реально это вкусно. Давайте, наверное, добьем эту булку. Ой, все капает, мам, дорогая. Давайте добьем эту булочку, этот танкобургер версии 2.0. И я поделюсь с вами своим окончательным вердиктом, наверное. Погнали.
Я уронил кусок булки. Но есть, конечно, я это не буду. Ну, слушайте, могу сказать то, что это реально вкусный бургер. В нем нет каких-то супер-мега изысков. В нем просто зелень, овощи, лучок. Много такого сдобренного, классного соуса. Хорошая котлета в целом, реально хорошая. Прожаренная, как они пишут на упаковке. И вот мне понравился хлеб. Мне очень понравился хлеб. Это такое ощущение, что он буквально 3 минуты назад, там 5 минут назад выпечен. Его выпекли и положили прям... Ну, вот очень похож, кстати, на всякие вот бургеры, которые стоят гораздо больших денег. Кстати, о цене. О цене мою любовь. Танк-бургер стоит 199 рублей 00 копеек. Та-ба! Оп! Увидели? Надеюсь, да. Купил я водички, еще медальончиков. Давайте, наверное, бонусом медальончики затестим еще при вас. Но, честно говоря, то, как это выглядит на картинке и как это выглядит в жизни, совсем разные вещи. Короче, 3 медальёшки. 1 медальёшка. 2 медальёшка. 3 медальёшка. 3 медальёшки. Было 5, осталось 3. Один я съел по пути, другой один у меня упал только что. Много салфеток, это плюс. Они пока еще теплые, его прям при вас сейчас разорву, покажу, что это такое. Оба! Видите, что это? Это очень большой слой прожарки, вернее, не прожарки, а очень толстый слой панировки. Ребят, серьезно. Ну, вообще ни о чем. То есть, такое ощущение, что есть хлеб со вкусом сыра. Не-не-не. Медальоны за 79 рублей. Увольте. Шняга. Ну что, ребзя, я поделился с вами своим мнением относительно нового танка-бургера квадратной формы. Для меня, в принципе, это неплохой бургер, который можно купить в Бургер Кинге, если вы туда пришли. 200 рублей попить маленькую, окей, картошку, хотя картошка это все шляпа какая-то. Вы наедитесь, вам понравится, по крайней мере, там, где я купил, мне, в принципе, зашло. Может быть, где-то приготовка будет отличаться. Самое главное, вот эта булка и сырок, они придают реально классную такую картину, оттеняющую. Я не знаю, как вот выразиться более гастрономично, но, скажем так, это смесь из нежности и такого хорошего толстого куска мяса. И могу сказать то, что, в принципе, этот бургер достоин 5, наверное. Побольше себе 5 с минусом, 5. 5 парамоновых из 5 с маленьким минусом. Минус за то, что он стал как будто, ну вот, квадратненький, но небольшой. Раньше, по-моему, он был здоровее. Это был раньше большой, сочный, мощный, как говорят другие, бургер. Но сейчас он стал чуть-чуть все-таки как-то поскромнее, но при этом во вкусе не потерял. Если вы ждете каких-то промо-ключей, промо там всяких этих самых... на эти танки новые, то не ждите их, там какой-то геморрой абсолютный с регистрацией, с сайтом, с фидбэком, что-то там оставить имейл, зарегистрироваться, там чек прикрепить, короче, какой-то дикий головняк. Если вам этим хочется заниматься, пожалуйста, можете узнавать. Я, честно, хотел для вас зафигачить промокодик, как это было раньше в прошлых версиях танка-бургера, но промокодика мне никто не дал. Сказал, вот тебе, мужик, вот тебе дулю большую, эйш! И все. И я развернулся и попиздешил к машине снимать для вас этот сегодняшний обзорчик. Спасибо, что смотрели меня. Надеюсь, вам это видео зашло. Я старался. Надеюсь, вы попробуете этот бургер. И он вас не разочарует. Соответственно, вы доверитесь моему мнению и подтвердите то, что я говна, как говорится, не
съем. Так вот, так вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ребят. Мне это действительно важно. Для меня это поддержка делать что-то новое, пилить дальнейший контент для вас, совершенствоваться. Как обычно, много офф-топа, по делу так среднячок, но за это вы меня, наверное, и смотрите, не знаю. Кстати говоря, реально подписывайтесь, серьезно, ребят. Ну, потому что я вот вижу какую-то не очень здоровую тенденцию. У меня было где-то 215 подписок, сейчас у меня 209. То есть у меня 6 человек просто ушли, вот уходят и новые не приходят. What the fuck, реально, вы чё? Это не, так не пойдет дело. Не-не-не-не-не, ребят. Все, ребят, давайте, короче, я вас утомил, я думаю. Пока. Я полетел дальше. У меня пуговка отлетает. Вот здесь вот. Как будто такая, оп, оп, и разделся слегка. Такой, оп, уже без майки сидит. Собаки такие, блядь. Ну да, я понял.